Всем привет! Авелина уже съела свой омлетик с помидоркой. Немножко сырика я туда ей покрошила. И сейчас уже ест свои яблочки. У нас завтрак. Я сегодня опять в одиночестве. Коля ремонтирует машину, поэтому у меня сегодня сырники. Очень захотелось сырников. Тем более я заказывала творог. И вот с пятерочки нужно всегда быть начеку. У творога срок годности был одни сутки. То есть у меня сегодня был последний день, чтобы его использовать. При условии, что я купила вчера. Ну, в общем, как-то вот так вот. Даже не предупреждают. Обычно они говорят. Ну, не они, а Сбермаркет говорит, а они не говорят. Вот, у меня малина, сметана, сырники, кофе. Всем приятного аппетита. Всем доброе утро от меня. Мы с Авелишкой оделись, вышли на балкон. У нас ветрено, но солнечно. Мы вышли полить наши петунии, поухаживать за ними немножко. Вот так они у меня сейчас выглядят, красавицы. И я уже здесь почистила, полила их. Сейчас пойдем второй горшочек поливать, чистить. Здесь у меня водичка есть. Элиночка тут у меня рядышком. Сейчас мы польем. Я поливаю их тепленькой водой. Ну, иногда прохладной. Сегодня получилась теплая вода. Авелина, иди к маме сюда. Иди к маме. Вот, здесь тоже такие красивые. Сейчас их почищу. Вот от таких вот, они, видите, начали уже увидать у меня. Вот, и будут красавицы. Я приготовила себе картошку в мультиварке. И у меня обед. Пока Велиша спит, я буду кушать. У меня все на пару, кроме котлетки. Я тут пришла к Авелине чистить овощи, чтобы варить ей опять кабачок. На самом деле, вчера я варила ей гречку, до этого я варила ей еще брокколи. Просто так видео совпадает, что у нас один кабачок. Но нужно их кушать, потому что мама нам несколько сорвала, и нужно их свеженькими. Ну, я хочу свежими ей варить. И, конечно, заморожу еще. Сейчас будем чистить картошку. Еще морковка нам нужна, да? Я уже сварила Авелине супчик овощной с кабачком. Началась пора кабачков, поэтому надо с ними что-то делать. И я решила ей кучу рагу такое сварить. Только обычно в свое рагу еще что-нибудь добавляю. Ну, тут у нее такой простой суп получается. Кабачок, картошка, морковка. Еще можно сюда укропчик покрошить свежий. Вот, у меня он уже замороженный. Можно достать, но Авелина не очень любит, когда я крошу. Потому что я проверяла, как-то саянский ей клала. Она, ну, такая, нет, не надо. Когда видела, что я кладу, такая, не-не-не. Ну, ладно. Вот, раскладываю я это все порционно, чтобы еще на два раза у меня было. Получается, чтобы мне вечером не варить, я варю сразу. Наперед. Вот, и храню это сразу в холодильнике. Ставлю, все это там хранится, закрыто, под крышечкой, герметично, чтобы ничего не попадало. Вот, чтобы ничего не портилось. Еще, сейчас дам. Дала ей этот кабачок попробовать прямо долькой. Ей понравилось. Вот. Хотим сейчас ходить погулять. У нас сегодня более-менее восстановилась вроде бы погода. Ветер все равно, я вижу, есть. Он прохладный такой достаточно. Но солнышко светит. Вот. И охота успеть поймать эту погоду. Сходить погулять.
Мне, кстати, тут написала девушка, хочет купить наши кроссовки, которые мы носили в прошлом сезоне, летом, белые, которые у нас были с подсветкой. Правда, подсветка работает теперь только на одном кроссовке. Вот, и я думаю, что завтра Коля ей увезет вечером, потому что она пишет, что она не может сама прийти, не может сама забрать у нас, потому что ей не с кем оставить ребенка. Сейчас, секунду, я ложку помою. Вот, я подумала, что почему бы Коле не увезти ей тогда, потому что она начинает там просить кого-то, доехать до нас с ребенком. Ну, честно, мне жалко, что она будет таскать свою девочку, потому что она говорит, что хотели сегодня на коляске прийти, но она плачет сегодня, то спит, то плачет. Может, зубки, может, еще что-то, я так подумала. Поэтому думаю, чем бы бедная девушка будет искать способы, когда Коля может довезти. По-моему, они даже живут недалеко от нас. Надо на карте посмотреть, но это буквально в двух остановках, максимум в трех. Мне кажется, даже в двух. Вот. И пусть увезет, эти кроссовки продаст. По стельке говорит, вроде бы они подходят. Я продаю все Авелинины вещи, которые нам становятся маленькие, потому что мне их некуда складывать. У меня просто полный шкаф, я не вижу смысла их хранить, поэтому я их продаю. Вот, и еще, кстати, мы продали уже розовые ботиночки, получается, которые мы носили осенью. У нас их купили на днях тоже. Сейчас просто вот холода приходит, и люди покупают вот такие вот же осенние вещи. У меня, кстати, там еще комбинезончик продается, Авелинин. Потом шапочка демисезонная. Ну, что-то вот по ним вообще тишина. Вот, а такие вещи более на взросленьких уже детишек покупают. Все, я сделала супчик. Сейчас нарежу хлеб. Авелине нарежу хлебушек, чтобы она кушала вместе с супом. Кормить я ее буду сама, потому что суп жидкий, она не любит сама суп есть. Потому что, видимо, он капает, ей это неудобно. И вот, я ее буду сама кормить. Мне быстрее, когда я сама ее покормлю, ловчее, потому что она сидит долго, кушает сама. А я быстренько покормлю, и, возможно, сейчас мы соберемся, пойдем на прогулку. Я уже покормила Эвелину только что. Решила сама попить чай. У меня остались сырники. Было 3, уже 2. Ой, мы с Эвелюшкой вышли прогуляться. Да? На Эвелину тянет листочки всякие смотреть. Флорист наш. Доча, здесь... А, палочку хочешь? Вот эту? Ну, палочку можно, потому что тут всякого мусора много. Да.
мы гуляем с Авелиной все еще на улице. Ходили по этим тротуарам, по нашим новым, которые у нас постелили здесь. Еще Авелина нашла ранетки. И сейчас мы несем их домой, чтобы Мишу накормить, да? Мишутку нашего. Так, ну что, мы зашли домой. У нас игра продолжается. Ранетки мы теперь даем Мише. Миша кушает. Доченька, ты ему вот так поближе поставь. Скажи, кушай, Миша. Скажи, кушай. Давай, скажи, ням-ням делай. Мы помыли ранетки, помыли руки, достали тарелки. Да, и теперь Мишу будем кормить. Вот, кушай, Миша. Ням-ням-ням-ням-ням. Ай, как вкусно, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, водичку ему надо дать. Ну, давай водичку достанем.